Я хочу провести сегодня один ритуал. Здравствуйте, друзья! Я пришел в себя, поправился. До этого мне пришлось немного поболеть. Я приехал в дом, в котором происходила паранормальная активность. Как говорят, здесь раньше жила бабушка с дедушкой. И после того, как они умерли, здесь стала происходить активность. Я хочу провести сегодня один ритуал. Мы сегодня попробуем вызвать полтергейста, и потому что я уже здесь больше 2 часов, и ничего не происходит, абсолютно ничего. И я давно хотел провести этот ритуал, про него я прочитал, и поэтому сегодня мы его проведем прямо сейчас. Эта камера снимает, пусть снимает, как раз нас будет снимать. Вот, как я буду находиться. Вот это место она будет снимать. Отлично. Вот опять какие-то с ней проблемы. Ладно, не важно. Так, ритуал заключается в том, что я должен расстелить белое полотно. Так. Взять черную свечу. Поставить ее в центр. Примерно так это будет выглядеть. Поджечь ее. А почему вы сказали, нужно поджигать левой рукой? Свеча не совсем черная. Левой рукой поджигаем свечу, как было описано. Спички у нас не особо горят. Да, левой рукой. Не так-то просто. Они старые. Я их в этом доме нашел. У нас горит. Что-то она как-то горит. Фух. Так, какие там слова-то нужно было говорить. Явись же, дух мой, мною призванный. Явись того, чтобы выполнить мою просьбу.
Явись же, Дух, мною призванный, явись для того, чтобы выполнить мою просьбу. Явись же, Дух, мною призванный, явись того, чтобы выполнить мою просьбу. Так, после этого нужно задуть свечу и завернуть все это дело. Вот. А, нет, это потом. Задуть свечу просто нужно. Пока, я думаю, мы подождем. Здесь есть кто-нибудь? Пусть это, наверное, светит как-нибудь в ту сторону. Тупила, забыл ее завернуть. Вот так вот. Так. Так, ладно, дальше ждем. Что будет? Посижу здесь пока что. Около, наверное, 40 минут, и все равно тишина. Было пару шорохов наверху. Вот. Охренеть. Сковорода. 500, что ли? Ёлку твою! Фонарик надо взять. Чё за шум?
Я еще периодически стрелки на часах проверяю, чтобы на месте стояли так же. Был у меня один такой опыт. Вот эту сковородку он запулил. И опять тишина. И опять он молчит. Друзья, я писал, пока посидим еще, я писал в сообществе там на Ютубе, что меня должны были закрыть в доме, в котором я провел ночь. Я ездил в тот дом. Давайте посмотрим, что у нас на чердаке. О, на чердаке. О, черт! А! О, вот это стрёмно сейчас было. Вот это сейчас чуть не обделался. Вот это неожиданно. Вот это вот совсем неожиданно было. Здесь есть кто-нибудь? Блядь, это там-то звук такой, что как будто кто-то там есть. Вот черт. Веревка. Веревка. Блин, жутко как. Веревка еще так висит. Не менее жуткий, как дом, в котором демон. Чё он такой разбился-то? Пахнет. Я не буду дверь закрывать, нет. Я уже... Точно. Чё за дела? Запутался в дверях. Блин, какой-то растворитель, что ли. Воняет жесть, как он просто. Запах, как будто морилка какая-то или что. Друзья, я вам сейчас расскажу еще. Так вот, дом, в котором меня закрыли. Дом, в котором меня закрыли тогда. Я там провел всю ночь, сидел и пробовал, и с радио пробовал связаться с сущностями, которых как бы жили хозяин, обладатель этого дома говорил. Они его разбирать собираются. Всю ночь я там сидел, ничего не происходило, абсолютно. Тот же самый ритуал пробовал, свисток пробовал. Ну, в основном до утра просидел, он пришел, открыл. Я вышел и собрался, поехал домой. Особо ничего не происходило. Так, сейчас я думаю, вот этот сверток на окно положу.
Черт, окно. Ну и пока буду опять ждать, стоять здесь. По камеру пока выключу. Достану пауэрбанк. Нужно подзарядить. Камера садится. Друзья, сейчас шорохи какие-то опять за шкафом пошли. Я сейчас хочу сходить туда и посмотреть. Опять банки зашуршали, короче. Банки шуршат жестоко. Просто дичь. Дико. Вот весь актив. Практически весь актив вот здесь вот. В этом углу. Да не, он не мог сам включиться. Так, ладно, если это мой ритуал, так работает. Действительно, работает мой ритуал, так то я думаю, что... Опять шум какой-то, бля. Шум. Так. Если это мой ритуал, то я сейчас его отменю. Хватит. И посмотрим, из-за этого ли здесь происходит активность. Теперь нужно зажечь свечу правой рукой. Как я тебя призвал, так и отправляй обратно. Сгинь! Как я тебя призвал, так и отправляй обратно. Сгинь! Как я тебя призвал, так и отправляю обратно. Сгинь! Теперь нужно потушить свечу. Опять завернуть ее в эту штуку. И оставить на несколько дней или там часов до утра, наверное, здесь. Проверим зеркала. Зеркало чисто. Ничего там нету. Так, в общем, вот сейчас снова тишина. Снова тишина. Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Сейчас затишье, друзья. И я думаю, вот теперь я подожду, посмотрим. Все дело было в ритуале, который я сделал, или же здесь что-то другое. В общем, сейчас уже у меня камера на зарядке, я пауэрбанк подцепил.
я сейчас опять слышал шорохи, опять слышал звуки оттуда. Ну, ничего такого, конечно, вот после того, как бутылки разбились, шкаф трёсся, ничего больше. Попробую остаться здесь в темноте, встать вот здесь в комнате. Жалко, что у меня нет камер ночного видения. Но я думаю, там монетизация нагонит, когда до сотки я возьму себе. Ну как до сотки, да? До 100 долларов, я думаю, там добавлю чуть-чуть и возьму уже камеру ночного видения. А пока я думаю, сейчас это тушу свет. Встану где-то примерно тут. Где мой фонарь? Сразу заранее его взять. Положу. Вырубаем свет. Один. Ну, мне просто покой не дает этот коридор. Мне постоянно кажется, что там кто-то. Фу. Все вроде бы чисто. Ладно, теперь я могу спокойно выключить свет и постоять в темноте. Попробуем. Здесь кто-нибудь есть? Если ты здесь, прояви себя. Твою мать. Фу, что за это? Фонарик. Фу. Что за дичь такая сейчас? О, черт. Фу, ребята, меня коснулся. Меня кто-то коснулся за ногу. Что это за шум такой вообще? Нет, это походу. Это не мой ритуал. В этом виноват. А может и мой еще, к тому же вдобавок. Друзья, я сейчас вот здесь стоял. И тут шум начался, как будто шаги вокруг меня. Вы слышали эту хрень вообще? Фу, и за ногу прям вот. Вот так вот меня ухватило просто что-то. Удал-то. Вот это же, да, это такой жести еще не было. Я, конечно, понимаю, но уже не первый дом такой, но вот такой вот впервые. Эти типа, следы-то все мои. Так, света больше не буду выключать, это точно. Совсем не буду. Схожу. Так, и что у нас по итогу? Сегодня лукошка. Как это кирпич тут оказался? Бутылка. Еще что-то стеклянное разбивалось. Я все-таки думал, что... А здесь вообще тишина. Но самое страшное – это веревка. Меня очень дико испугала веревка на чердаке. Так, помимо этого, шаги.
Ритуал здесь ни при чем. Я так думаю. Здесь реально что-то есть. Ладно. Будем ждать. Будем ждать еще. Сейчас уже, я не знаю, я здесь больше 3 часов нахожусь в этом доме. И, ну, ночевать здесь не собираюсь точно сегодня. Это как бы вообще не обсуждается. Я сейчас еще посижу. Посижу я на этот раз вот здесь посижу. Да, возьму с собой стул и посижу вдали от этой комнаты. Возможно такое, что здесь будет что-то происходить. А, черт. Ставлю этот банк. Сяду, посижу. Вот здесь я присяду. Вот здесь посижу. Подожду, друзья. Может, будут какие-то движения еще. Но пока отключусь и посижу здесь. Вот рядом с темнотой. Послушаю тишину. Друзья, тут что-то шумит. Офигеть! Как у Дениски. Как у Дениса. Я думал, это, короче, такое вообще бывает. Такое вообще бывает. Ребята, кто на Даргоста подписан, у него был такой случай, когда банки издавали звуки. Офигеть! Это нечто. Вот это вот нечто, скажу я вам. На моем опыте это впервые. Жестко. Это, конечно, интересно все. Одеколон тройной. Так, чем еще нас будет удивлять сегодня? Это место. Ну вот, вот о чем я и говорил. О чем я и говорил. Что сейчас вот у него как будто на понижение пошло. Он сначала прям мощно-мощно так приложился. Сделал максимум актива, а сейчас он пошел на уже такими, знаете, короткими выстрелами действия пошли. Ну, жутко все равно. Вот, постукивание опять, шорохи. Снова постукивание, банки. Может, ты еще что-нибудь выкинешь? Так. Так. Ну что, какие же еще будут приколы? Свечу, я думаю, наверное, я в этом доме оставлю. И не буду ее забирать с собой. Ну, как бы, зачем? Потому что, ну, как бы, я думаю, такие вещи после использования нужно сразу выбрасывать. Мало ли что может там притянуть все это. Так мы и поступим. Или просто сожгу я эту вообще
полотно и свечу где-нибудь закопаю. Так будет, наверное, даже надежнее. Так. Ну вот, друзья, сейчас опять тихо у нас все. Ничего особо. Нет, сейчас осле. Я думаю, 40 минут я еще здесь посижу. В течение этих 40 минут. Ай. Блин, как укололось. Фу. Вот еще сигнальчик. Вот еще, пожалуйста. В отражении не видно там в коридоре. Света здесь тоже нет. Нет, ни счетчика, ничего. Так. Друзья, сами видите. Вот это вот в этот раз очень повезло, что мы попали в такой дом. Сейчас я еще, думаю, посижу. Видите, я говорю 40 минут, 40 минут. И вот видите, вот вам и 40 минут. Ну давай, еще что-нибудь сделай. Прояви себя. Друзья, ну вот так вот сейчас теперь будет постоянно, я думаю. Сейчас я посижу и, да, думаю, наверное, сейчас минут через 30 буду собираться. Нет, не буду собираться, я посижу. Если будет что-то прям происходить конкретное, то, возможно, я еще останусь здесь на часок. Пока. Посижу еще. Вперед схожу за стулом. Я буду отрезать пустые моменты, чтобы вы не затягивались во все видео. Вот это, ну, типа, вот я пошел за стулом, вот я зажигать свечи буду так долго. Кто-то пишет, что да, возможно, там, типа, думают, что это для того, чтобы что-то как-то склеить. Нет, это для того делается, чтобы вас не утомить. Вот для чего это делается. Так что я подключусь, если будет что-то конкретное твориться. Все те же постукивания. Что? Те же постукивания. Все те же шорохи. Я думаю, сейчас я... Меня очень жутко пугает. Я закрою дверь. Закрою себя в этом доме сейчас. Вот опять отсюда были шорохи. Вот эти банки. Вот, видимо, пузыречки. Вот эти вот все шумело.
чтобы вы понимали, что пройти здесь вообще какому-то моему другу, опять же, для тех, кто думает, что все это постанова, нереально, здесь просто трущобы. Так. Так, сейчас я закрою дверь. Закрою дверь, друзья. Собака там лает на улице. А, блин, ослеп. Нет, это не получится закрыть. Так. Я сейчас проведу ритуал. Собираюсь провести здесь ритуал по изгнанию. У меня есть специальные травы, которые я набрал, высушил, подготовил специально для таких мест. Это старый ритуал. Вот. И специальные пакетики, не пакетики, мешочки. Разложу по разным углам, по некоторым углам, которые, ну, неважно, эта информация будет у меня только. Вот. Разложу и окурю этот дом специально этой травой. После этого посмотрим, что будет. Если это все исчезнет, я поеду со спокойной душой домой. Вот так я, наверное, и поступлю сейчас. Опять стук, стук. Теперь стук. Стук какой-то мудрый. Повернулась. Рубашка повернулась, ребята. Офигеть. Вот и здесь. И здесь теперь происходить начало. С ума сойти. Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Фу. Но рубашка же по-другому висела. Еще здесь, ребята. Так, друзья. Так, для этого ритуала. Для этого ритуала мне вот эта мисочка понадобится. Окуриваем этот дом. Сейчас я провожу ритуал. Видели, да? Жуть, жуть, жуть. Этот. Лампа, лампа, лампа. Так, ладно. Готовимся к этому ритуалу. Я не буду показывать, как я это делаю, что я тут делаю. Это мои приспособы. Я не хочу этим делиться, это будет... Я думаю, это необходимо сделать. Немножко святой воды. Сейчас возьму камеру.
той водой. Связи как задрыгалась. Вот после этого, вот тебе святой воды. О, задергался, да? Дергайся, дергайся. Всего, сейчас я еще с травами тебя выгонять буду. Так, друзья, вот и пошла первая реакция. Пошла первая реакция на святую воду. Опять дергаться предметы стали, те, которые до этого двигались. Сейчас я отключу камеру, отдымлю чуть-чуть. Это не будет прям какой-то файл там жесткий. А я вставлю это здесь, готовую смесь. Посмотрим, что после этого будет происходить. Ну что, друзья мои, я провел ритуал. Все закончилось спокойно. Теперь я чисто спокойной душой могу ехать домой. Собрал вещи, уже все у меня за спиной. Решил сменить немножко фон. Здесь с вами попрощаюсь. А, нет, ну мы выйдем на улицу, так и быть, пройдем уже. Все, я еще здесь... Специально даже остался на час. Сейчас уже время, наверное, около 3, около, может быть, даже 4 часов, не знаю. Телефон сел. Вот. Ну, вы видели все сами. Я думаю, этот выпуск в любом случае, конечно же, выйдет. Это не то, что где я в пустом доме, то есть находился там в этом, где ничего не происходило. Здесь нам, скажем так, повезло. Вот, сейчас я возьму прожектор. Свет. Ну вот, так вот мы с ним попрощались. Я оставил те травы в миске там, на окне. Ну а мы уходим с вами из этого дома. Тишина теперь, друзья. Так. Берем камеру. И идем к машине, к моей.